Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас будет розыгрыш. Те, кто хотели бусы цвета меда, помните, мы разыгрывали? У вас появился второй шанс. Посетила я ярмарку меда в Евпатории еще в прошлом году. И обалдела просто. Коты, не мешайте. Вот, и просто обалдела от такого количества цветов. Я никогда не видела, чтобы мед был от белого цвета практически и до темно-коричневого. Вот. И вот собрала я бусы такие. Вот здесь, как мне вам показать, вот так вот, наверное. Здесь и прессованный янтарь, и агаты, и авантюрин. И тигровый глаз. В общем, микс камней такой получился. Вот, так что вот этот вот, вот эти бусы разыграем. А почему я их разыгрываю второй раз, я вам расскажу. Была такая подписчица у меня, Ирина Маркирова. Я думаю, что с ней общались многие. Мы с ней очень хорошо общались. Долго. Я очень была рада за нее, когда она выиграла эти бусы. Просто мы так договорились, что она собиралась в санаторий. Ну и написала, что когда выйду из санатория, ну, напишу и вышлите мне. А потом приключилась эта история с этим моим женихом. И началось. Я не знаю, что с ней случилось, почему человек повернулся просто на 360 градусов. Ну, я не знаю, но это ее дело. Но было очень неприятно, что она мне писала, какие оскорбления. Причем написала, что отписалась от меня, а сама заходит, напишет гадость, потом удалит. Ну, в общем, полный неадекват. И жаба, и дура старая, и копеечные украшения делаю, и, в общем, все, чем я занимаюсь, бетоны, все, ну, просто... Дошло до того, что она уже и по моим дочкам прошлась. Ну, я не знаю. Ну, в результате я ее заблокировала. Вот, а так как, собственно, разыгрывали мы это дело, вообще розыгрыши идут между нами, подписчиками, друзьями, как я считаю, то зачем я буду ей их отправлять? Ну, правда же, когда есть люди, которые хотели эти бусы. Вот, так что я подумала, надо их по новой разыграть. Так что, мои дорогие, комментируйте под видео, кто будет участвовать в розыгрыше. Ну и будем ждать победителя. Пока-пока.